В Астрахань прибыла творческая делегация из Туркменистана. Сегодня 295 лет со дня рождения туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги. Концерт прошел в студенческом парке АГУ. Звучали туркменские народные песни, артисты исполняли танцы. К памятнику Махтумкули Фраги возложили цветы. Его первый сборник вышел в Астрахани в 1912 году. Сейчас его произведения известны в России, Венгрии и Великобритании. 10 лет назад здесь, в парке Дружбы, памятником Махтумкули Фраги стало не только украшением нашего города, а самое главное, стало центром притяжения или центром упрочения дружбы, культурных связей, гуманитарных связей двух государств вот здесь, на нашей астраханской земле.